Друзья, всех приветствую! В прошлом видео мы делали подготовку и укладку напольной плитки. В этом же видео я поделюсь с вами, как я делаю подрезку. Ну а что у нас из этого получится, мы сейчас увидим. Поехали! Резать будем водяным станком. Он у нас идет на 1,20 м, 100% без пыли, что очень удобно. Готовую подрезку кладем без клея для последующей подрезки. Ну и вот таким вот образом делаем разметки для будущей подрезки. Далее мы режем нашу заготовку. Ну и вот так вот одну за одной подготавливаем. Далее убираем все подрезки. После чего приступаем к укладке керамогранита. Как я и говорил в прошлом видео, размер плитки составляет 80 на 80. Ну а кто не видел первую и вторую часть, я на всякий случай оставлю ссылку в описании видео. Клали немного плитки, ну и сейчас переходим на кухню, а далее и подрезки пойдут. Ну что ж, продолжаем размечать плитку. Ну и для удобства перемещения плит я применяю наколенники, что очень удобно. Здесь мы видим, что нету угла 90 градусов, соответственно, этот угол дублируем по факту и переносим на плитку. Далее режем. Ну вот, все получилось довольно-таки быстро.
Далее размешиваем клей миксером. Где-то минут через 5 нужно перемешать клей повторно. Прямой рез удобно резать ручным плиткорезом. Поклали в прихожке, на кухне, правда, подрезок еще много. Ну и остался еще коридор, откуда мы и начинали. После того, как нарезали подрезки, приступаем к укладке. В местах, где плохо садится плитка, применяем вибропесоску. Во всех дверных проемах заводим плитку вовнутрь на 2 сантиметра. Ну вот, начали делать заготовки в проходе и под лестницей. Для точной отметки в проеме я применяю два правила. Одно приставляю к стене, вторым, что покороче, прикладываю и рисую линию. Ведь толщина правила как раз 2 сантиметра, а это то, что нам надо. Ну что ж, произведем укладку всех заготовленных подрезок. Нарезал последние заготовки, особенно с этой намучился. Далее произведем укладку. Да. Немного неудобно. Ну что делать, кому-то надо.
все, самая сложная часть готова. В принципе, не так сложная, а просто неудобно. Сделаем последние подрезки, и у нас идет все к завершению. Ну что ж, закончили облицовку полов напольной плиткой. Далее подготавливаем плитку к затирке. После чего затираем. Ну что ж, друзья, вот такой вот получился результат, и кому информация была полезна, ставим пальцы вверх, кому нет, тоже. А у меня на сегодня все, всем пока, спасибо за внимание.